Такое утро у нас. Солнышко всходит. Вот у нас есть вот такая проблема. Деревья покрываются мхом. Видите? Все ветки, все, вот видите, покрывается мхом, вот так. Но это дерево болеет, и вот как-то хотелось бы спасти вот такое дерево. Это у нас яблоня, она не такая старая, конечно, еще, но хотелось бы ее спасти. Может, кто-то подскажет нам, как бороться вот с этим, с таким недугом деревьев. Видите? Ужас. Так что, если кто знает, как с этим недугом бороться, подскажите нам, пожалуйста, а то мы не знаем. И абрикос тоже, видите? Он весь почему-то покрывается вот такой штукой. И весь. И старые ветки, и молодые. Все ветки покрываются почему-то мхом. И вот мы не знаем почему и как с этим бороться. Абрикос, конечно, тоже хотелось спасти. Дерево уже абрикоса старое. Абрикоса приносит хорошо. Урожай был в том году. Но как-то надо бороться вот с этим мхом на ветках. Утро у нас сегодня такое солнечное. И вот еще у нас проблема с орехом вот с этим. Орех тоже. У ореха проблема вообще вот такая вот, видите. Орех сохнет. Начинает сохнуть орех. Но вот выше этот ствол, вот там сухой идет. Но у него вот есть вот эта ветка живая. Вот эта ветка живая. И вот эта ветка живая. А сам основной ствол почему-то вот, как видите, сохнет. И этот ствол тоже сохнет. Ну, может, тут кто знает, как тоже бороться с этим. Конечно, не хотелось нам потерять орех, пока вырастут у нас молодые орехи. У нас этот погибнет. Думаю, что год-два может еще протянет, а может и этого не протянет. Высохнет. Так что, если кто-то может, помогите, посоветуйте нам. Что сделать с этими деревьями? Вот видите, даже вот на вишне есть тоже. Ну, сейгод, конечно, мы стволы обработаем все, побелим снизу. Это что-то, наверное, связано вот тоже с этим. Посмотрите, вот сколько, какая ерунда вот на стволах. Вот. Надо как-то это лечить. Это какая-то болезнь, я так понял. У всех деревьев. Видите. Они все покрываются почему-то мхом. Ну, наверное, из-за того, что, конечно, за ними никто не ухаживал. Никогда. Вот. Нам хотелось бы, конечно, чтобы у нас сад-то был здоровый. Без этой плесени. Все было у нас здоровые кусты, конечно, саженцы. Вот, побелить мы побелим весной все стволы, все деревья. За этим будем ухаживать. Но надо что-то делать с мхом. Вот такое у нас солнечное утречко. Солнышко сходит.
У бочки легкий заморозок. Доброе утро, Милка. Курочки, утки все гуляют уже. Лужицы замерзли, бегают по льду. Да, уже стало примораживать. Ну, все-таки на улице-то зима, не лето. Да, Вива? Зима на улице, не лето. Всем пока, до новых встреч!